Все трубы видим? Да. Еще. Отпускай. Взял, да? Мы решили попробовать попить. Давай. Давай, тебе видно, я не мешаю. А вы будто в пленке. Да. Если его по центру подхватить. Нормально? Давай сюда встану. Чуть не долетел. Я вижу, что он стал выкидывать. Был бы ближе, да? Ага. Еще раз на нее, на него пробуем. У нас яблоко нет, кстати. А, это яблоко, да? Это. Довез? Да. Довез. Ой, ой, давай. Опа. Ну все, яблочко. Теперь, мам, давай вот что-нибудь мелкое, либо сиреноголовое, либо это. Пробуй, кого ты хочешь. На вернишку. Давай себе вставай. Вот так нормально? Вроде, да? Вези. Не довез, дочь. Чуть-чуть. А посмотри. А? Если он прокрутится, то он может ее взять. Ну, чуть-чуть от лунки. Чуть-чуть. Ага. Ну, сделай маленькую раскачку, небольшую. Ну, как получится. Главное, в лунку не попади. Нет, я тоже держу телефон, не смогу. Только... Ну, почти, дочь. Получше? Да, посмотрим. Надеюсь. На ней? Довёз, дочь. Какая-то она странная. Смотри, какая хорошенькая. Ну, все трублей закончились. Мам, давай. Заехали сегодня. Птица лежит получше. Ой, и бросил хорошо. Все тут просто не можешь? Нет. Круто. Вот лучше? Не знаю. Главное, чтобы за шею попало. Нормально ее? Да, нормально. Все равно зажимает он. Ой. Он зажимает, видишь? Он зажимает. Сильно где? Сильно где? Что там? Сильная будет сегодня? Не закинь его туда. Так все, он уже выкинул воду. Что делать? Что делать? Ничего, на воде. Почему в угол? Он лежит животом хорошо. Живот-то вот тут. Классно, классно. Классно, классно, классно. О, ё. Смотри, что какой он. Я не знаю. Смотри, какой. Ну все, отпускай. Ты еще попытка. Красивый. Еще. Да, получится может... этого мушмиза? Да. Пробуй. Смешно. А что, до мушмиза дотянется? Смотри. До мушмиза дотянется? Ну иди посмотри. Так что, ты отсюда хочу посмотреть без раскачки? Давай встану сюда. Нормально, да? Как думаешь? Ну дотянется, как она пока... Ну, начнет вертеться. Лишня начнет вертеться. О, видишь? Я вижу. Ой, хорошо положил. Ну попробуй на 10 рублей. Что тут еще остается? Шары. Вот тут
Это кто такой в горошек? Лунтик, да? Да, Лунтик. Это рыбачок. Та черепашка, которой у нас нет. С красной повязкой, да? Черепашка ниндзя. Нормально? Ну, смотри, хватает, чтобы она сохватила ее. Опять куда-то съезжает. Да не, у нее все, он будет только на синий. Все, ну давай, пусть лежит. Все, попугайчик. Это попугайчик? Нет, карликов. Просто кокоду. Еще одна попытка на него. Вот она дать, чтобы клешня хорошо прошла. Угу. Ни во что не уперлась. Ну, типа так, да. Ой-ой-ой, ты посмотри, есть еще 10 рублей? Да, ну давай, пробуй. Закрылся. Ну да. Я же говорю, если клешня под ним сомкнется, он хотя бы протянется. Так лежит. Да, лежит хорошо. Давай, уверен. Грех не попасть. Нет, клешня же по-разному начинает внизу, тут куда-то упирается. Ну и что? Молодец! Умничка! И еще такой мышмиз, ну я рада. Ты его хотела, забрала такой, и птичку. Какой-то птичку. И птичку.